Всем привет, это Александр из Зеленограда, Москва. Вот я сейчас пришел с аптеки, забрал крем для Игоря, Бипантен. Напоминаю, что мы проводим такое как мероприятие, помогаем Игорю из города Зеленограда с покупкой медикаментов. Чаще это разнообразные мази, крема, перевязочный материал, бинты. Живет он в Зеленограде. Под видео на YouTube вы сможете прочитать по ссылке об этом мальчике. В этот раз мы купили для Игоря крем Бипантен. 5 штук по 100 грамм. Вот. Примерно на 4000 рублей. Большое спасибо моему однокласснику Олегу Матвееву за помощь. Часть мы своих семейных денежек добавили. Внизу под видео будут реквизиты. WebMoney, Сбербанк. Если есть у вас возможность, где-то 200-300 хотя бы рублей, 500 рублей, переведите. И мы все эти деньги собираем на следующую покупку. И так стараемся раз в месяц, раз в два месяца производить покупки для Игоря. Многие думают, зачем я этим занимаюсь. Ну, просто так хочется помочь человеку. Почитайте ссылку внизу под этим видео. У парня булезный эпидермолиз. Можете в интернете, на ютубе даже набрать, что это такое за болезнь. Страшная болезнь. Постоянно требуется перевязка. Кожа очень нежная и требуется постоянный уход. Сами понимаете, что сейчас с нынешним курсом цены на медикаменты очень сильно поднялись. Вот этот Бипантен 100 грамм стоит 700 с лишним рублей. Вот мы уже 5 штук купили, это уже около 4000 рублей. Вот так вот. Так что, если есть возможность, давайте будем вместе организовываться и помогать Игорёхе. Надеюсь, я буду не один. Давайте. Пока. Счастливо.